Привет будущим директорам! Всем привет! Всем привет! Видно нас? Вот, вот и Танюшка, вот и Мишутка, вот и Евгений, и Ольга, и Александра, и Дмитрий. Всем привет будущим бриллиантовым директорам команды продвижения. Кто хочет в Монте-Карло? У меня такой после ролика вопрос. Есть такие? Привет. Ну, сколько сегодня нас много всех. Так, давайте слайды. Включу. Запись включил. Так, всем еще раз привет. Да. Ну, представлюсь, да, если кто-то меня не знает, я Михаил Якимов. На заднем плане Татьяна у меня. Вот, Танюша, сюда поближе. Вот на фотографии вы нас видите. Вот. Сегодня у нас, да, планерка очередная, на которой сейчас пробежимся по некоторым моментам. И, конечно же, я поделюсь с вами, как мы съездили с нашими партнерами в город, да, в сердце нашей родины, Москву, на школу актива, на семинар. Вот, сейчас вам все расскажу. Вот. Ну, если слышно нормально, да, давайте тогда поехали. Командная планерка сегодня, да, итоги второй недели 16-го каталога, да, 16-го года, ребят. Вот на слайде видите, да, групповой товарооборот, да. Групповой товарооборот в настоящий момент составляет у нас 278 909 рублей, да. То есть сколько это получается? 9145 бонус-баллов, да, вы все в нашей команде, да, это все можно посмотреть в приложении, либо через сайт, да. У каждого, если скачано приложение, можно в приложении все это посмотреть, сколько у кого конкретно по группам. Да? Так как вы все в нашей группе, вот, вот здесь такие общие цифры мы сделали. Вот. Стартеры, да, это все те люди, которые были вами, нами, да, общие, зарегистрированы в этом каталоге. Их 195 человек, 195 регистраций было. Вот. Рекруты, да. Тоже, чтобы все понимали, в том числе новички, конечно. Вот. Рекруты, да, те люди, которые в этом каталоге сделали заказ, да, активировали свой кабинет, который будет активен в течение 2 лет, как все знаете, да. Вот. Квалифицированные, ребят, рекруты, да, Q-рекруты, 7 человек, это ребята, которые прошли по стартовой программе, разместили заказ на 100 баллов, да, и более. Что? Ребята, а есть кто в первый раз на планерке сегодня? Может, много человек? Напишите, пожалуйста, плюсик. Новички есть такие или нет? Нету, да? Молчите? Есть. Понятно. Ну ладно. Люд, у тебя новички? Ага. Любовь. Хорошо. Любовь, если вопросы будут, да, тоже задавайте, спрашивайте, с удовольствием отвечу на них. Угу. Отлично. Вот. Ну, да, тогда, как сказать, да, говорю для новичков, вопросы, да, задавайте, если такие возникают. Буду рассказывать по слайдам, да, запись тоже будет, может быть, потом посмотреть, если кто-то там интересно будет, вот, кого нету. Вот, баг, да, что это за баг такой? База активных консультантов, 226 у нас в этом каталоге, да, в 16-м каталоге, это люди, которые делали заказ в течение 3 каталогов, да, 226 их человек. Вот. Вот такая вот статистика, ребят. То же самое будет у вас, когда будете с директорами, да, директор — это человек, у которого через личный номер проходит товарооборот 250 тысяч,
В бонус-баллах это получается 7500 бонус-баллов. Вот как здесь видите, да, сейчас уже превышает у нас больше, но каталог еще не закончился, то есть еще 5 дней практически. Вот. Ну и в первую очередь, конечно, хотелось бы поздравить наших новых менеджеров. Да, на слайде их видите, представлять им их, да, наверное, можно не представлять, все уже знают. Ура, 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 поздравляем, да, поздравляем Ольгу Михайловну Ильину, да, хвала и поклон. Ольга Михайловна большой молодец, своим упорством, настойчивостью, позитивом сделала это, вышла на новый уровень, да, уровень менеджер 9%. Вот. Также, да, хочется поздравить, конечно, да, поздравляем, мы очень рады, да, сердечный поклон. Поздравляем также Настю Борщ, да, тоже на слайде слева видите. Настя тоже большая молодец, да, пришла, да, пригласила Ольга Михайловна как раз Настю. Настя активно стартовала, все знают, что, да, скажем так, пример приведу, да, всегда говорю часто, ну, я лично, что приглашаем звонками, надо звонить. Настя стартует, отлично, много новичков, да, вышло на 9% за короткий срок, это вообще круто, честно говоря. Вот, ну, насколько знаю, да, Настя, перепиской работаете, вот, и все удачно так складывается, просто супер. Большая молодец, вы большие молодцы. Ну, и хочется, конечно, сказать, да, менеджер – это очень важный такой уровень, да, нужен такой анализ сделать, да, как работать дальше. У вас есть команды, да, вы уже менеджеры, есть у вас свои новички, то есть, конечно, тут, да, очень плотное сопровождение ваших команд, да, вот, потому что, да, больше ответственности, больше внимания, больше нагрузки, да, конечно же, на вас, потому что вы уже не консультанты, это уже новый уровень, да, вы в новых чатах, есть новые возможности, у вас все получится, да. Еще немножко и будете директорами, лидерами своих команд. Ура, ура, ура! Поздравляем! Вот. Ну, это всех ждет. Все сначала консультанты, потом менеджеры, старшие менеджеры, директора. Это всех ждет. Вот. Так, давайте. И, конечно, хочется поздравить, да, Наталью Колмакову тоже с 3%. 3% – это уровень группового товарооборота 150, да, бонус-баллов. Поздравляем. Это первая ступенька у Натальи. Да. Все только началось. Вот. Теперь стартовать, активный рекрутинг, да, и все будет хорошо. Да, так держать. Поздравляем. Это очень важный момент. Первая лестница, первый шажочек. Так, ребят, ну давайте расскажу. На сегодня у нас уже понедельник, да, понедельник. На прошлой неделе, в субботу, да, мы организовали встречу. Честно говоря, была первая встреча у нас, нашей команды здесь, да, в Нижнем Новгороде мы ее проводили, да, мы с Нижнего Новгорода. Вот. Пришли ребята не только с нашей команды конкретно, да, команда Якимова, пришли ребята с других команд, да, но с команды продвижения. Вот это очень, конечно, классно. Рядом у нас тоже есть тут, да, города, откуда ребята приехали, из Дзержинска были, ну, в других частей, в общем. Вот очень, конечно, это классно. Посидели, пообщались, да, истории, каждый свои истории рассказал, кто как пришел. Это очень важно, когда человек приходит, особенно для новичка, да, много чего не понимает, да. Вот. Все это мы организовали в нашем сервисном центре, есть такой в центре у нас города. Вот. Там так очень классное место, бизнес-центр на улице Горького, называется, как оно называется, ребят? Бизнес-центр нашего города, как-то так. Вот. Ну, вон на фотках видите, такие яркие. Тоже парень тут был, ну, женщина приходила со своим супругом, он особо так не в теме, постепенно так вливается. Вот с ним тоже побеседовали, рассказал ему, как я пришел, да, свою историю. Вот. Наталья Тихомирова была, наш тоже менеджер. Вот. Сергей Емелин, наш теплый партнер тоже. Особенно классно, да, и хотел бы сказать, что очень круто, когда есть свои партнеры, да, в своем городе.
потому что, конечно, мы все с вами вместе, все в разных городах, всегда, ясно, мы с Нижнего Новгорода, кто-то там с Якутска, с Брянска, кто откуда, с Чебоксар, вот. Но, конечно, классно, когда все это вместе, когда можно встретиться, пообщаться с глазу на глаз или все вместе, да, каждый расскажет про себя. Вообще классно, честно, мыслей очень много было. Очень, конечно, планировали одно, провели немножко по-другому. У меня были вообще там планы чертить, рисовать квадрат денежный поток, правда, до этого немножко не дошли. Вот. Но надеемся, конечно, что встреча была первая, уверены, что не последняя. Будем сейчас чаще стараться, да, проводить вообще подобные встречи и для кандидатов. Это очень, конечно, важно. Вот. Ну, Иванова тоже рядышком. Еще увидимся, Андрей. Так. После встречи, сразу же, да, встреча была у нас в субботу, да, был семинар в воскресенье, запланировал командой продвижения, ну, не только продвижения, вообще, да, командой Oriflame в городе Москва. Вот, Дом культуры «Москвич» есть такой, вот. Мы туда поехали, вот Сергей на фотках тоже видите на слайдах его. Вот. Но здесь не все фотографии, там побольше фотографий. Ребят, что хочу сказать, увиделись с нашими лидерами, да, с нашими спонсорами. Вот на фотографии тоже видите Ирина Долженко. Все, хочется сказать тоже, да, уже в чатах написал, да, слова благодарности. Все очень отзывчивые ребята. Вроде бы кажется, да, все мы привыкли их видеть в вебинарке, когда там вещают, да, много разных, тем более Долженко такой уровень, да, исполнительные директора их уже представляли, да, то есть они в открытом звании исполнительных директоров. Спокойно подошли, Ирина, можно с вами сфоткаться? Конечно, то есть обняла такая, все спокойно, все приятно, то есть тема, вообще очень было эмоций супер, просто много. Надежда Санникова тоже такая спокойная, ну да, давайте, постояли, пообщались, вот тоже на фотках видите, да. Вот. Все просто. Эмоций масса. Родионовы, с Родионовыми стояли, да. Когда Ирина Долженко стояла, рассказывала принципы работы, ее там ребята окружили, Аленка рядом стояла, да, тоже хотели с ней сфоткаться, не получилось немножко. Иван стоял с Иваном, пообщались, да, тоже у нее там молодежь рядом стояла, у нее выпытывала, как работать на тюрьму, как работать. Ну, то есть хотелось бы подольше, конечно, пообщаться. Вот, но вообще так вот на фотографиях все видно. Вот посередине, да, наш консультант 60% Сергей Емелин, а я сижу, да, Юлия тоже в Москве. Поэтому у нас было всего, да, с командой Teamwork 3 человека. Надеюсь, что в следующий раз у нас будет больше. Все вы, кто сейчас в чате находится, и не только, на следующий год поедем тоже, да, на такое мероприятие, не только на такое, да, на конференции. Это очень сближает, это очень мотивирует, честно говоря. Это супер. Стоим в кафе, чай пьем, оглядываемся, Гаглоев стоит тоже перед нами. Мы к нему, Сергей, давайте сфоткаемся. Все без проблем, все спроста. Обычные люди, да, у которых есть результат. Ну, просто супер. То есть никакого пафоса, ничего, да, давайте пообщались. Конечно, классно. Много эмоций, мы все замотивированные приехали оттуда. Ну и давайте, да, особенно для новичков, чтобы новички правильно понимали. Да, вообще классно, просто супер, честно говоря. Был Полежаев, Владимир выступал, вот. Ну, конечно, это просто бомба. Он зажег там всех, полная была аудитория, и состояла из двух ярусов. Ну, сказали, да, вроде бы по статистике было там около 300 человек. Много народу было, все это было с 10, нет, не с 10, было, сначала сказали с 10, потом это было с 11 началось и до 5 часов, то есть мы там были, слушали, внимали, истории лидеров, посмотрели на семью Кугушевых, это что-то, ребят, всем советую, если не смотрели еще, да, какое-то хочется понимание, как расти, на Ютубе все есть, Кугушевы, Шимардановы, Родионова вышли, Санникова Надежда рассказала по свою историю. Полежаев, да, Снежана Полежаева. Гаглоев на сцену на большой не выступал, он выступал
а внизу, где он не стоял, в любом месте, где бы он не стоял, в кафешке перед нами его кружили ребята, он начал презентацию рассказывать. Потом там уже на сцене, когда был перерыв тоже, да, там на обед покушать, тоже собрал кучу народу вокруг меня. То есть вот так вообще. Ничего страшного. Вот. Ну, давайте перейду, да. Если так, про бизнес, да, развиваться, что я делаю для этого? В общем, если вы новичок, нужно в первую очередь, да, есть такое правило у нас, правило 3О или 3П, как угодно назовите, да, по пунктам. Три пункта, которые очень важны, которые нельзя исключить, да, три пункта. Каждый человек должен это выполнять, если он пришел работать, понял весь смысл и всю перспективу этого бизнеса о том, что здесь можно сделать, ребят, большие деньги, это действительно так. И наши спонсоры, да, тому пример, семья Родионова, хочу, да, конкретно на них, они бизнесом примерно с Oriflame занимаются около 2 лет. Их доход порядка средний за каталог за 3 недели 280 тысяч рублей. Да, они работают вдвоем. У них есть все, у них есть доход, у них есть признание, они путешествуют. После вот встречи, которая была в Москве, они на следующий день, ну, в ночь точнее, поехали на отдых уже, да, в теплые края. Вот. Если, ну, наверное, кто уже достаточно давно все знает, да, вот следят, скажем, примерно взять с лета, они были на Горном Алтае, потом были на конференции в Сочи, потом летали на Кипр. Потом сразу вот в Москву, когда это было, вот, вчера мы приехали, вот, и сейчас поехали опять в теплые края. Вместе поехали с Гейко, вместе со своими директорами, которые находятся в их команде. То есть вот вам результат работы в компании Oriflame. И многие говорят, это не мое, как я говорил. То есть что нужно делать, да, на самом деле, если вы поняли, что все это серьезно, да, мы создаем большие товарообороты для компании, где каждый должен выполнять правила. Обучаться и организовать обучение. Обучение проходит в форме вебинаров, это те же семинары, только в интернете. Человек, да, есть чаты, которые находятся у нас в Telegram, есть расписание обучения, которое проходит 4 раза в день, да, там, или большие коррективы, может быть, 3 раза. Вот, проходит 5 дней в неделю, бывает субботу, бывает воскресенье, да. Заходите по ссылочке, вас там никто не видит, не слышит. Слушайте спикера, человека, у которого есть результат, которому есть чему поделиться. Иногда многие новички говорят, что смотреть-то все вроде бы одно и то же. Но возникает такой вопрос, да, человек, скажем, да, там какие-то вопросы возникают, там роста нет или еще что-то. И он говорит, это все одно и то же, не хочу я больше ничего смотреть, я все понял. Как можно, значит, человек не полностью смотрел, неправильно понял всю эту информацию. Говорят, да, рекрутируй, 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 лозунг. Никакого секрета роста нету, да, есть определенные правила, о которых я вам говорю, которые нужно выполнять. Вот. То есть второе, это организовать рекрутинг. Рекрутинг – это подбор персонала. В каждой работе есть какие-то свои нюансы такие, да, сложности или еще что-то. Ну, считаю, что в нашем бизнесе для многих, да, это сложность, это самоорганизовать себя, настроить себя на активный рекрутинг, всегда говорим, одна регистрация в день, да, стремимся к этому. Вот. То есть организовать рекрутинг, для многих это возникает большая сложность, нужно понимать, что нужно приглашать много и работать систематически каждый день, размещать много объявлений, как минимум 100 в день их обновлять, и как минимум должно быть, ну, как минимум 5 или 7 общений в день с людьми. Да, это по минимуму. То есть если мы хотим результата, люди, бывает такое, что если человек проводит 3 собеседования в день, конечно, это ни о чем. Да? Какой может быть результат? Во-первых, для собеседования, для хорошей, да, чтобы человек зарегистрировался, нужно во многом разбираться. Да? Зачастую новичок еще пока не разбирается, пытается приглашать и говорит, что у меня не получается. Он сам пришел, как месяц отработал,
пытается зарекрутировать кого-то, люди не идут, или задают вопрос, а человек не может на них ответить, либо сам где-то сомневается, то какой может быть результат, если человек сам сомневается? Да? Конечно, нужно рассказать, как отче наш все это знать, да, что и как ИП оформить, что такое семейный контракт, да, почему не ООО, там, или много разных вопросов. Вот. То есть не стесняйтесь, как трактор. Да, нужно видеть цель. Чем вот Родионовы отличаются от вас, от всех, от нас? Ничем, они такие же ребята, но они настолько серьезно подошли к этому, да, к бизнесу с компанией Oriflame, увидели конечную цель, которая, да, впереди, к которой они идут, распланировали свои дни, распланировали свой день, каждый день проводят презентации, часто видим, да, мы поехали на презентацию, Аленка в чат часто кидает, мы сегодня поехали на презентацию. Это не звонки даже по откликам, которых мы тоже говорим, да, это вживую, конечно, презентация, как тоже да, говорят, в семинаре говорят, что нужно рассказывать полную презентацию. Конечно, это залог успеха. Да, но у многих у нас нет возможности такой, да, выехать. Много мам в декрете, у которых, да, ребенок там или еще что-то. Вот поэтому, конечно, там звонки, переписки, все это там снижаем планочку. А результат, да, там сложности, почему люди не идут, получается так. Вот. Но по максимуму рекрутинга, да, все будет нормально. Просто много рекрутировать, много собеседований, регистрации будет. По песчиночке, по крупиночке. Мы построим большой дом, который будет нашей командой, да, который у нас уже есть. У нас есть наша команда, вы все видите. Я всегда Таню свою привожу в пример. Она работала по-холодному, да, знакомые не понимали. И результат, вы видите, результат налицо. То же самое, ребят, будет у вас. Мы все сделаем для того, чтобы сделать из вас директоров, да, мы вырастим директоров из вас с нормальными доходами. Все будет, не переживайте, да, есть обучение, есть система, в которой нужно идти. Ну и третий пункт – это организовать личный товарооборот. Если человек понял, что, насколько это все серьезно, это наше с вами дело, да, нужно понимать, как важно организовать личный товарооборот. Во-первых, как можно приглашать человека и учить его, да, организовать личный товарооборот, если человек сам не может. Да, неправильно. Поэтому нужно, конечно, знать, как делать заказ от этого, да, что, почем, что такое премьер-клуб, какие бонусы, какие фишки. Вот, это же несложно. Вот, поэтому будем начинать с себя всегда. Всегда начинаем с себя, любое дело. Вот, не кто-то там, да, виноват, да, всегда виноват человек сам. Вот, немножко я, давайте, не будем грустить. Так, да. Плюс к этому ко всему общаться с командой, да, созваниваться со спонсором. Да, мы всегда на связи, мы всегда рады. Если есть вопросы, не переживайте. Многие звонят, ой, я помешал. Да ничего не помешали. Мы рады, если вопрос есть. Плохо, если вопросов нет. Это значит, человек не работает. Да, значит, ну, нет интереса. Значит, он руки опустил. А руки не нужно опускать. В нашем деле нужно как трактор на пролом идти. Упрямство – это тоже отличная черта, нужно быть упрямым, да, всякое бывает, бывает там негативщики идут, да, с возражением много нужно бороться, нужно как на таран, идем, и результат будет. Мы находим одного ключевого партнера, находим другого ключевого партнера, мы строим команду. Вот. Дальше. Обучение, да? Да, обучение. Обучение проходит, да, сказал про вебинары, да, 8 часов, как правило, обучение рекрутинг, на тему рекрутинга, да, про него я уже сказал. В 16 часов встреча возможностей Oriflame, да, очень две важные темы, особенно для новичков. Вот. И 17 часов тематических тем на разные темы, да, периодически там на всевозможные темы. В понедельник планерка у нас по правилу. И вот вы видите сейчас на этом слайде, это наше обучение. Вот и все. Да. Созвоны по договоренности с нами. Захотели не по договоренности, позвонили в любой момент, мы ответим. Ребят, все понятно пока? Новички, есть вопросы на этом этапе? Может быть, что-то непонятно там, или у кого-то проблемы есть, да, со входом в вебинарку или еще что-то, номером команды.
Да, работа у нас командная, да. Причем здесь нет такого, что если ты сам делаешь, да, свое дело, и ты не помогать не должен кому-то, обязательно нужно кому-то помогать. Причем ты нашел, да, у тебя есть новичок, приглашаем новичка, то ваш рост зависит даже от вашего новичка. То есть, конечно же, вы будете ему помогать. Да? Он станет директором, а вы станете старшим директором. То есть мы помогаем людям выходить на хорошие доходы, тем самым мы, да, выращиваем и сами выходим на новый уровень. То есть, к примеру, мы сейчас с Татьяной, да, женой моей, директора. Есть у нас какой-нибудь новичок, он становится тоже директором с товарооборотом 250 тысяч. И автоматически, так как мы пригласили вот этого новичка когда-то, мы его обучили, мы помогли ему, да, построить команду, построить обучение, да, понять весь принцип. Автоматически компания нас поднимает, то есть, во-первых, поднимется наш доход. Он будет, если директорский доход это в среднем от 20 до 40 тысяч за 3 недели, да, то доход старшего директора уже в среднем 55 тысяч за 3 недели. В месяц это не положено, оно побольше. Вот. То есть человек, который выходит на директора, получает 30 тысяч, мы получаем уже больше. Пошли дальше. Ну, единоразовые премии, да, по маркетинг-плану, соответственно. Новичок получает 1000 долларов, старший директор получает 1500 долларов. Поэтому, конечно, очень важна команда. Вот. Поэтому многие тоже из лидеров, да, говорят, что не нужно вам находить, скажем так, да, вот 250 человек или 500 человек. Нужно найти всего, к примеру, 5 активных людей. Да? И они будут приглашать, они найдут, у них не будет трудностей, они найдут людей. Они выйдут на директоров, а вы выйдете на, если вы под вами, да, там, директору, нашли 5 директоров, вы выйдете на сапфирового директора с премией сразу же единоразовой. Вот этим. Это же круто, ребят. Вот, когда ты помогаешь зарабатывать, да, и все это в комплексе, и ты сам растешь. Так, что тут? Ага, если применяют этого рабочего в каждом каталоге меньше 100 баллов, то есть какой-то рост. Ага, смотрите, не имеет значения вообще на... Если вы пришли, если вы новичок, да, только что, вообще не нужно зацикливаться на личном товарообороте, по большому счету. Да, если вы понимаете, что это бизнес, да, и это здесь реально можно большие деньги, то нужно быстро стартовать, нужно организовать его. Не нужно себе затариваться, да, этими сумками, там, себе там закупить, грубо говоря, там, на большую сумму денег. Зачем это, понятно? Все мы приходим, чтобы получать доходы, а не чтобы тратить больше, чем получать, так ведь? Поэтому нужно их организовать. Нужно предложить знакомым, друзьям, всегда об этом говорим. Все моются. Наши родственники, бабушки, дедушки, родители, тещи моются. У всех есть бани или ванны, да, всем хочется быть чистыми. Праздники проходят, да, подарки всем делают. Вот, сказал, купи, я занимаюсь сейчас этим, купаю, я тебе сделаю скидку, у меня скидка 20%. И выше ваш скидка будет со временем расти. Директор 52%, а у новичка 20%. Да, дальше она растет. Вот, все, организуем. Потому что если вы понимаете, что для чего все это, да, то нужно, конечно, активно стартовать. Но вообще, в принципе, если нет такой возможности, да, если там какие-то трудности, то, конечно, упорно делаем на рекрутинге. То есть не переживаем, не парьтесь по поводу ЛТО, заказать себе там мыло, да, номер свой активировали. Но нужно понимать, там мыло, да, конечно, все они там заказали туалетную воду, там, мыло, еще что-то, да, самое необходимое, все, что вам нужно. Все, номер ваш активный в течение 2 лет, его никто не удалит, компания его не удалит. Если человек не заказывает, то в течение нескольких каталогов номер терминирует, потому что человек не активен. Это тоже нужно понимать. Поэтому по минимуму заказали себе, возможности, если нету, да, ну, учимся, мы вас учим, да, и ваши менеджеры вас учат. Поэтому ничего страшного, да, приглашаем людей, учимся общаться, строим команду, а потом научимся делать ЛТО. Вот так. Поэтому, если вы делаете даже заказ там, меньше, то вы директор тоже можете выйти, если даже у вас небольшой ЛТО. Да, скажем. Ну, вы каждый каталог заказываете, приглашаете людей на директор, вы тоже выйдете. Вот. Так, дальше, да?
Личный товарооборот. Научиться организовывать, уже про это сказал, да, для себя, друзей, родственников со скидкой. Да, вам эта скидка, думаю, не нужна. Не такая уж на продажах много денег, да, не сделаем, так всегда говорим. То есть, да, есть кто продает, это классно, это один из вариантов, да, немедленной прибыли, заработка. Но не нужно акцент на этом ставить. Ребят, хотелось бы сказать про продукты wellness. Да, конечно, много рекрутируют, найти ключевых партнеров. Вот, вот и вся задача. Причем, знаете, вот были на семинаре вот такой лозунг, прям каждый говорил, от Полежаева до Родионова, до Санниковой, рекрутируй, рекрутируй, рекрутируй. То есть основная задача рекрутинг, и все, в большом количестве. И как трактор и локомотив, да, не знаю, с чем сравнить. Никогда не нужно опускать руки. Вот сегодня с Таней мы много звонков сделали, да, много звонков, честно говоря, не помню, собеседование проводили, сразу регистрировали. Не знаю, сколько, достаточно много у меня регистрации было. Но бывает такое, что регистрация за день много, бывает такого, что нет регистрации, бывает такое, что одна. Да? Поэтому просто по максимуму рекрутинг. И не опускать руки. Всяко бывает, бывают люди все разные, да. Кто-то говорит, это не мое, наша задача сказать полную информацию, заинтересовать человека. Да, вот сегодня звонил практику, да, кто был, знает. Несколько было хороших, позитивных, скинул анкету сразу, да, да. Другие были, нет, это не мое, даже не хочется уже трубку скидывать. Всякое бывает, это у меня такое бывает, это и у Санникова такое бывает, у всех такое. Поэтому не зацикливайтесь, да, в том, что, и знаете, что, всегда говорим, это работает, это проверено, мы получаем доходы спонсоров, да, и Родион вы получаете, все вы видите, все мы в чат скидываем доходы, и у вас все это будет. Нужно немножко поработать, да. Если сравнить с традиционным бизнесом, да, то можно вообще, что-то, скажу своими словами, замутить какое-то дело, да, и выходить 5 лет в ноль. То есть это нормально. А если у нас человек приходит и 2 месяца или 3 месяца, да, или 4 месяца пусть он работает, получает там небольшие там, 1000 сначала, потом 2000, потом 3000, да, на разных уровнях зарплат. Копеечки сначала, кажется. 800 рублей, да, на 3%. Но здесь ни капли вложения. Если правильно организовать, родителям, родители у вас купили, да, провели через номер, еще кто-то, по мелочи, а потом, трык, год прошел, все обнулилось, вы получаете уже 30 тысяч за 3 недели. А если пройдет этот год, на третий год, вы получаете от 55 за 3 недели. Будет разница, вот пройдет 2-3 года, и будет разница колоссальная. Все это знают. Вот. Да, перебил вот акцент, да, хотел сказать, есть у нас такая продукция, да, wellness, как спортсменам, так и тем, кто на диете сидит, кто хочет набрать вес или наоборот скинуть, есть такой продукт wellness, есть такие продуктовые чаты у нас в Телеграме, поэтому милости просим, ссылки можем скинуть, у кого нет, добавить, много всяких рецептов там, чего только нету, посмотришь, елки-палки, иногда прям это, теряешься. Поэтому тоже обратите внимание, посмотрите, да, тоже вещь классная. У самих тоже клубничный коктейль, часто заказываем, да, подписка Wellness Life. Вот надо будет планерочку как-нибудь на эту тему особенно провести, потому что многие, наверное, не в курсе знают, что это вообще за продукт, да. Вот, чтобы все были в курсе. Много батончиков разных, шоколадок, да, от Wellness, протеиновые батончики, много всего. Вот. Рекрутинг, да? Что это? Подбор персонала? Как осуществляется, да? Как по теплому, так и по холодному рынку. Теплый рынок – это наши друзья, знакомые. Холодный рынок – это наши незнакомые. Ну, со слов спонсоров, да, Санникова Надежда построила, вышла на, она сейчас аффирует директор, да, с высоким доходом, к Родионовскому, да, доходу чуть меньше. Родионов 280, у нее чуть поменьше за каталог. Да. Она говорит, что, конечно, не нужно ходить на холодный, если не опробовали теплый рынок. Когда уже попробовали теплый, если вариантов нету, если никто не хочет там или еще что-то, да, то тогда идем на холодный. Ну, мы не такие, да, приверженцы. То есть, ребят, как приглашаем теплых? Теплых обязательно выводим, да, на спонсора.
либо на вашего менеджера, который вас пригласил, либо на директора, либо мне, либо Тане, либо менеджеру, да, у всех есть, все знают, думаю, кто у кого спонсор. Думаю, все знают, да, все знакомы со своими спонсорами, кому бежать и жаловаться, кому вопросы задавать. Вот. Поэтому, если есть, даже не есть, если есть, в любом случае есть у всех у нас в окружении люди, которым нужны деньги. Да? Я думаю, что все вы пришли сюда, да, многие не знали, не рассматривали, не рассчитывали работать в компании Oriflame. Да? Если бы мне кто-то сказал, что это Oriflame, да, да, Таня, он не пошел. И все как-то пришли мы, у нас вон сколько здесь народу, да, я думаю, вон парней сколько, да, Василий, много кого. Если бы кто-то сказал сначала, что сразу же, да, здравствуйте, я из компании Oriflame, то, конечно, был отказ. Поэтому нужно рассказывать про это, выводить на спонсора. Во-первых, спонсор обладает больше информацией, нежели вы сами. Если вы сами недавно пришли и начинаете предлагать, пойдем, у меня там работа есть нормальная, бизнес с компанией Oriflame. Ну, потому что, вот как раз об этом и говорю, потому что если вы недавно пришли, вы не обладаете той полной информацией о вообще возможностях компании, из компании, да, и бизнеса, и какие здесь перспективы, и не знаете вы, что такое директорский бонус или золотой бонус, как вы можете рассказать и, да, заинтересовать таким образом своего друга с компанией Oriflame. Он также увидит, что это Oriflame, каталоги и продажи. Не надо мне ничего не рассказывать, скажет он, да, потому что я знаю это из своего опыта. Да, я вообще был приверженцем, никогда не считал, что Oriflame, я буду здесь работать, честно говоря, если бы я не увидел денег, я до последнего не верил в это. Когда я увидел деньги у моей жены, когда мы сняли, поехали с ней в терминал, даже ИП мы открыли, я не верил. ИП открыли, ну не открыли, я думаю, все это все равно чепуха. Оказывается, нет, есть даже очень хорошие деньги, теперь это у нас основной вид дохода. Кто бы знал, ребят. Вот, поэтому спонсор обладает более информацией. И во-вторых, каждый из нас со своими друзьями, да, ну, на разных, как сказать, уровнях. Кто-то в авторитете, кто-то на равных, да, кто-то работает там дворником, кто-то еще что-то. И в зависимости от этого наши друзья ведь мнение формируют о нас, да. Понятно, что всем приглашаем своих хороших, да, теплых знакомых, но со всеми мы в разных степенях, ну, на разных уровнях, короче говоря, находимся. Поэтому если эффект третьего лица, как говорят, да, приглашаем на спонсора, потому что, во-первых, он знает много информации, он может полную информацию дать о компании, и, во-вторых, человек его не знает, он будет с ним общаться уже, ну, как приглашаем, да, тебе нужна работа, Вась, своему другу говорит, да, нужна. Хорошо, тебе позвонят, у меня есть знакомый, у которого есть хорошие идеи, который там, хорошая, отличная тема есть такая, он тебе позвонит, да, на телефон. Он будет ждать звонка, и ваш спонсор позвонит, либо я позвоню, либо они позвонят. Другой совершенно будет разговор, другого плана. Так. Ну, поэтому, да? Это так, приглашаем тепло. Поэтому, ребят, все, не забывайте про это, каждый день идем на тепло. Если всех перебрали, ну, если вариантов нет, конечно, холодно. Теплое — это наше все. Потому что сколько примеров, у меня лично есть такие примеры, когда я утепляюсь со своим знакомым, а потом бац, а он в его команде. И говорит, Миш, почему же ты меня не пригласил? Вот, скидывал как-то в чат не очень давно команду BMW, у меня друг ушел. Ну, это тоже компания Oriflame, да, ну, просто команда другая. И вот теперь он растет, развивается там, и причем очень успешно. Один потолок вышел на 6% сразу. А если бы был у нас, было бы, конечно, мне приятно, да, и вам тоже. Поэтому не стесняйтесь, не решайте за ваших друзей, их это или не их. Нужно, начните спросить, выводите на спонсор. Нужна работа? Нужна. Все. Дальше, да, по-холодному. Научиться работать с холодным рынком, да. Кто-то работает переписками, кто-то по голосу, Viber, WhatsApp, Telegram, много всего. Вот. Ну, во-первых, с холодными, да, чему нужно быть готовым? К возражениям. Это нормально, это адекватно, конечно. Нужно понимать, что человек спрашивает, он не в теме, он не понимает много всего, да. Нужно прочитать много литературы на этот счет, да, борьба с возражениями.
Периодически скидываем, если нет, то спрашивайте своих спонсоров, да, там есть конкретные ответы на конкретные вопросы, какие чаще всего задают. В чат мы тоже всю эту информацию скидываем, стараемся, по крайней мере, вот, если что, спрашивайте. Вот. Ну и, конечно, да, быть уверенными, вы работодатель, когда вы приглашаете, да, да, должен быть как какой-то конкретный шаблон, вот, скажем, у меня есть конкретный шаблон, который мне всегда рассказывают, примерно одно и то же. Но в зависимости от того, какой человек, я могу немножко этот шаблон переменить, подстраивать, да, что-то спросить, обязательно в тандеме разговариваем, спрашивать у человека. А вы рассматриваете такой вариант интернет-магазина или не рассматриваете? Работу удаленную вообще рассматриваете или нет? Если человек сразу, нет, я не рассматриваю. Ну, тут тоже вариант. Так, в беседе все это. То есть не просто т-т-т-т-т, отточили ему, и потом, ну как? А он, ой, это не мое. Ну, там еще что-то, да, то есть постепенно рассказываем, спрашиваем, были какой-то опыт, да, пользовались, не пользовались, вообще работали, может быть, в компании в нашей. Сейчас, Аня, ну вообще, видео много, давай скину в личку своих видео тоже, он сколько сейчас в последнее время часто записывает специально, чтобы новички смотрели, да, если мои не нравятся, да. У Санниковой много всяких шаблонов по собеседованию. У Васильевой. Ну, всех. У кого тут недавно тоже смотрел. Абалмасов, да, Олег. Тоже много собеседований по резюме. Вот прям точили на листке себе записали или в блокноте, чтобы не потеряли. И поэтому поехали как трактор собеседование проводить. Практику уже проводим. Часто тоже да, записи. Видели, кто-то ходил, вот сегодня тоже кидал в чат, звонил в онлайн, прям ребята вот зашли, смотрели. Все по одному шаблону, в принципе, да, немножко поменяем, корректируем. Поэтому не стесняйтесь. Знаете, если понимать, да, тут самое главное понимание всей серьезности, что да, мы приглашаем вас, и вы все работаете не просто в интернет-магазине, вы все здесь не за тем, чтобы себе подешевле покупать, да, нам нужен результат. Нам нужны люди, нам нужен товарооборот. Поэтому не боимся приглашать, приглашаем, рассказываем о возможностях, которые они огромные возможности, огромная перспектива, да, ездить за границу, ни в чем себе не отказывать, работа дома. И, честно говоря, ребята, я вам скажу, да, я не представлял, как это работать дома, сейчас я представляю, да, сейчас вот надо будет нам записаться, Таня еще не записывалась куда-нибудь на фитнес, либо в бассейн, ну круто, встаем, надо, конечно, себя организовать. Встаем утром, ребенка отводим в садик, начинаем отвечать на отклики, просматривать чаты, да, там что-то обновлять туда-сюда. Потом сейчас будем ходить на фитнес, на бассейн, как-то день свой планируем. Ну, это же круто, ребята, работа на себя, когда доход тебе позволяет это делать. И у вас то же самое будет. Может, просто сомнения вообще прямо в ведро выкинуть, никаких сомнений. Просто идти на пролом, ничего. Если кто-то говорит, нет, это не мое, другой говорит, нет, это не мое, другой скажет, давайте попробуем. Он попробует, у него получится, ему все это понравится. Как дополнительный доход вначале, а потом как основной. У нас это все будет. Мы все же через это прошли. Я тоже уверен был, что Oriflame это не мое. Оказывается, мое. Здесь доход хороший. То есть не бояться, да, сделать много, делайте, ищите ключиков. Каждый день, планируйте свою неделю, да, чтобы были регистрации, чтобы самосовершенствовать в первую очередь. Аня, пиши в личку, я тебе тоже с удовольствием, конечно, скину. Сегодня Таня сейчас ответит, наверное, как я писал. Вот. Не стесняйтесь, всегда обращайтесь, мы всегда на связи. Вот. Ну и ведем, да, ежедневное планирование. Уже сказал, отчет, учимся тайм-менеджменту. У нас тоже вот есть блокнотики такие, да, у всех есть. Это мой блокнотик, это Аня блокнотик, то есть наоборот. У нас там записи, новички. Каждый день обзваниваем, стараемся обзванивать новичков, чтобы познакомиться, пообщаться. Да? Ну, то же самое и вам. Нет никакого секретного ингредиента. Есть система, которая работает, которая, ну, повторяется, дублицирует. Первое – это не опускать руки, идти на таран и каждый день рекрутировать. Все, вот секрет. Такой секретик вам расскажу. Так, важные моменты, да, для новичка. После просмотра презентации обязательно нужно созвониться с вас спонсором, да, задать ему
все интересующие вас вопросы. Дальше. Проходим верификацию. Это для чего? Для идентификации личности. То есть загружаем, фотографируем страничку паспорта своего, этот документик, да, загружаем на сайт, вы прошли верификацию. Все, нормально. Дальше. Активируйте личный кабинет. То есть вам после регистрации ваш спонсор зарегистрировал, вам приходит автоматическое письмо от компании Reflame на почту. Проходим по ссылочке, попадаем в личный кабинет. Все, ваш личный кабинет активирован. То есть с этого момента, пока вы включаетесь, пока вы там смотрите обучение или презентацию, ваш спонсор, да, либо люди, которые над вами находятся, они смогут к вам же в группу приглашать людей. Принцип морковки. Друг по другу. По истечению времени появляются активные, когда ребята у вас уже в группе начинают работать, строить регистрацию под вас, делать вторую параллельную для вас группу, третью группу, четвертую уже потом строите сами. Все не знают, это маркетинг. Вот. То есть переходим по ссылке, активировали. Дальше. Что нужно делать дальше? Активировали. Да, активировать номер, разместив заказ. Уже тоже об этом говорили, да. Заказываем все, что необходимо там, планируем в любом случае в магазин ходим, переориентируемся на компанию Reflame. То есть, сделав заказ, ваш номер никто не удалит. Вы будете расти, даже если происходят какие-то экстренные, да, неординарные ситуации, форс-мажоры, да, вы там не работаете, то в любом случае к вам даже ваш спонсор будет регистрировать, ваша группа будет расти. Многие ребята включаются там, пух, на 9%, ух, включился, или на 6%, там не работал, зарегистрировался, не работал, пух, я на 6% и начал работать. Таких ситуаций много. Вот. Давайте дальше. Сделали заказ, да? Дальше. Смотрим вебинар «Успешный старт». Тоже много всего, либо в чате спрашиваем, либо в Ютубе загружаем, да, всех они есть в записи. Ну и дальше приступаем к рекрутингу. Ваш спонсор вам скидывает варианты шаблон общения, на каких сайтах рекрутируем, на каких сайтах общаемся, как это делаем, да, как много нужно, как создать много электронных ящиков на почте, например, Яндекс. Ну и задаем вопросы. Не стесняемся. Это все очень важно. Есть на данном этапе вопросы? По поводу, что нужно делать. У кого-то, может быть, кто-то не знает, что ему сейчас нужно делать. Он пришел и не знает. Есть? Тогда пишите, я отвечу. Дарья, а вас кто зарегистрировал и когда? Сегодня новичков не обзванивал, честно говоря, с вами тоже не знакомы. Сегодня зарегистрировали или когда? Дальше. Ага, сегодня, ну, а мы, значит, с вами собеседование проходили, да, я так понимаю? Вчера. Хорошо. Ну, сейчас мы тогда закончим планерку, да, и созвонимся. Вот. Ну, если не посмотрели, в любом случае презентацию, скорее всего, скинули, посмотрите 5 шагов. Да, 5 шагов, да, да, если посмотрели 5 шагов, в чате вы есть, я так понимаю, раз вы здесь есть в Телеграме, да, дальше сейчас перейдем. В общем, сейчас созвонимся. Вот. Хорошо. Чат, да, всех новичков сразу добавляем в чат. Это, да, для всех говорим, да, если вы там менеджер или консультант, там на 3% у вас есть новичок, обязательно его добавляем в чат. Не нужно регистрировать человека, и все, он потерялся, там зарегистрировал, забыл по него, у себя там дел много, стирка или еще что-то, не надо это делать. Раз зарегистрировали человека, привели, будьте любезны, сразу же отработайте его. Зарегистрировали, скинули ему на электронку, либо в соцсети. Да, информацию, все, 5 шагов, презентацию посмотреть, телеграмму ему добавить, чтобы на связь человек лучше. Чтобы он уже потом мог с вами созвониться, либо с командой связаться, если вы там не в теме, да, или где-то там. Вот. Ну, если человек активен, да, уже пришел к рекрутингу, к размещению объявлений, обязательно человека добавляем в турбо-чат. Там у нас записи обучения выкладываем, как правило. Да, но если новички есть на онлайн-обучении, не успевают ходить, то в чате прям пишите, мы с турбо-чат к вам будем в чат закидываться. Записи. Вот. То есть чатов вообще в принципе много. По мере вашего роста добавляем вас в другие чаты. Да, есть чаты менеджеров. 9% выше, есть директорские чаты, есть чаты топ-лидеров региональных,
много продуктовый, wellness чаты. Ссылки тоже людей, которые недавно пришли, можем добавить в wellness чат или продуктовый, или еще что-то. Спрашивайте всегда, да, предоставим. Или Telegram не устанавливают. Ну, знаете, понятно, что есть такое, да, есть такие, которые регистрируются, и все, тишина. Ну, нужно выйти на связь с ним, на контакт, да, написать, если не уходит, ну что ж теперь, если не уходит, значит не уходит. Ну, стараемся, когда вот он на связи, сразу зарегистрировали и добавились друзья к нему. Все развиваем личный бренд, чтобы человек уже видел, какой у вас результат, либо какой результат у ваших спонсоров, да, и если не сейчас, то он потом к вам придет. Такая практика. Сразу добавляйте в контакт, потому что через электронку бывает, человек тоже так пропадает или редко заходит туда, да, все по-разному пользуются электронной почтой. Ну, а в соцсетях в основном чаще сидят. Поэтому всякое бывает, что ж теперь поделать, это у меня такое бывает, да. Добавляем сразу в соцсети. Так, дальше. Да, ну, всегда тоже мотивируем, скидываем чаты зарплаты, которые на следующем, каталог заканчивается, на следующей неделе зарплата приходит. Скидываем вот такие скрины зарплат. Видите, да, 268 тысяч, у кого-то 2, 3, у кого-то 50. А, да, это модуль банк. Почему модуль банк? Раньше сам не понимал, думал, почему все виртуальные, наверное, какие-то деньги. Нет, деньги не виртуальные. А многие в нашей команде продвижения открывают счет в модуль банке, потому что там обслуживание просто дешевле. Вот, да, у всех, кто получает доходы, да, открыт уже ИП, и как индивидуальный предприниматель человек открывает счет в модуль банке. Денежки приходят на счет, потом человек, мы переводим денежки себе на карту. Скажем, у нас в модуль банке счет наш, да, ИП-шный, мы его потом на сберкарту свою скидываем, когда зарплата приходит. Вот. Поэтому четко нужно понимание, да, для чего, что доход высокий, не стесняйтесь. Вообще компания Oriflame – это суперская компания, суперская продукция. Компания нам дает большую возможность, да, большую перспективу. Ну, а всегда про продукцию, да, если кто-то смущается, там, ой, косметика. Я говорю, что это инструмент для получения дохода. Люди в любом случае покупают, есть своя категория, которую покупают, которая нравится. Отличная продукция, да. Классно иметь дело с такой продукцией. Так, что-то... Wellness планируется нечто. А, в смысле, wellness чат вы имеете в виду? Ольга? Сейчас добавим. Сейчас пообщаемся и скину в новичковый чат прям ссылку в wellness чат или продуктовый. Добавляйтесь. Ладно, чтобы все, ну, кому интересно, все добавятся. Там, ребят, там по поводу продуктов, там в wellness чате, в продуктовом много всего, и рецепты, чего только нету. Честно говоря, знаете, я не зациклен на продукте. Я мужчина, мне нужна пена для бритья, если честно, туалетная вода, зубная щетка, зубная паста. Ну, дезодорант. Вот дезодорант я иногда женским пользуюсь. Есть прикольные женские дезодоранты. Ну, есть, конечно, и мужские, но женские тоже. Мне очень нравятся некоторые. Если честно, такие с хлопком, такие нейтральные вообще, не резкие. Поэтому по продукту конкретно не могу вам ничего сказать, да. Много всего, ну, wellness pack витамины пью сам. Мне нравится. Ребенку даю омегу Алиске. Детский с апельсином. Ей тоже нравится. Ну, пастой пользуюсь. Бреюсь пенкой. Правда, сегодня повред использовать. Вот. Ну и туалетную воду брызгаюсь тоже. С8 заказал себе давно. Никак не хочется. Да. Вам нравится дальше. То есть продукт – инструмент для получения дохода. Но продукт классный. Классно иметь дело с таким продуктом. Все в наших руках, на слайде видите лестницу успеха, да, задание всем, особенно новичкам, изучить акции, которые есть, в чатах тоже кидаем, изучить стартовую программу, чтобы ваших новичков рассказывать о ней, да, потому что нужно быстро стартовать, да, чтобы быстро расти. Для этого нужно быть подкованным, да, и все знать. Научиться рекрутировать, это несложно, ребята. По шаблону, каждый день. Рекрутинг. Сделать первую регистрацию, да, если еще не было, если вы новичок, да. Ну и рассмотреть лестницу успеха. Это обязательно лестница успеха. На ней есть, у нас она висит, прям большая достаточно, на калаш у Тани
Да, с самого начала работы Таня сделала себе коллаж, к которому я относился со смехом, думал, что чепуха, зачем, какие могут быть мечты? Какие, Таня, могут быть мечты с 25 тысяч рублей с моей зарплатой? Оказывается, ребята, мечта – это мечта. А, да, чтобы идти к ней, нужно планировать, да, иметь цель. А как планировать? Да, планирование может быть долгим, либо краткосрочно, да. Каждый день немножко делаем и движемся вот к этой цели, которая, скажем, вы планировали летом на отдых поехать. Вот нужно что? Понемножку денежки откладывать. Вот. Да? Вот. Если вы не будете, конечно, нужно. Да. Вот. Понемножку деньги будете откладывать, и результат будет, да, цель будет выполнена. И то же самое в любом деле. То же самое у нас. Также у вас сначала вы на 3%, потом на 6%, это директор, старший директор, золотой директор. Вверх по лестнице успеха. Где колоссальный выход. Вот. Давайте дальше. Дальше-то. Ребят, в принципе, Алис, да? Захочешь, найдешь время, не захочешь, найдешь причину. Есть вот такая, да, поговорка. Поэтому видите, да, ставьте перед собой цели конечные, чтобы не было у вас никаких преград, если вы будете увидеть эту цель, да, если вы захотите быть президентом компании Oriflame, все для вас мелочные возражения или то, что люди говорят, ой, это не мое, то у вас не будет вообще таких там, идти вперед. Ребят, ну, в принципе, все, затянул я долго, да, надеюсь, было все-таки полезным, кому-то поучительным. Вот. С новыми уровнями всех поздравляем. Скоро конец каталога, будут еще новые звания. Всех ждем на новых уровнях. Да, вам спасибо за то, что пришли. Всех еще раз поздравляем. Мы за вас очень рады. Все получится, ребят. Вперед из песни, да, как говорится. Знаете, Родионовы и Санниковы и Долженко, они такие же обычные люди, да, которые сделали результат, которые серьезно подошли к этому делу. Не так, что вы по одному разу собеседование проводите, а по многу. И все, результат не заставил себя ждать. То же самое будет у вас. Вот. Ладно, всем привет, всем пока, до связи, до новых встреч. Я отключаюсь.